А сейчас узнаем об Ашетии. Ашеть – это небольшое село в Сумском районе Кировской области. Также оно является родовым гнездом Васнецовых, в котором их род служил более 245 лет. Сейчас мы видим Спасскую церковь, главную достопримечательность Ашетии. Ее построили в 1747 году за место деревянной. В Советском Союзе храм закрыли за ненадобностью, и долгое время он стал заброшенный и никому не нужный. В начале 2000-х годов отремонтировали алтарь и летнюю часть. Сейчас там ведется служба. Ашеть – популярное туристическое место. У Спасского храма в 2012 году установили памятники священникам Васнецовым, святому Михаилу Тихоницкому, а также памятные знаки на месте бывшего дома Васнецовых, земской школы и старой липы, которые посадили Васнецовых в конце 18 века. Еще в селе появилась эко-усадьба и сыроварня, куда путешественники приезжают ради гастрономических туров. Сумский район точно один из самых интересных районов Кировской области. Здесь развивается туризм, но при этом он не теряет очарование Вятской провинции. И самое главное, в нем есть развлечения на любой вкус. И активный отдых, и баня, и дегустация сыров, и старые храмы, и интересная история, и замечательная природа.